В моем магазине я разделил все женские ремни на несколько категорий крупных, которые, на мой взгляд, более точно доносят суть изделий до вас и помогают сэкономить ваше время в выборе продукции, в выборе изделия. Когда вы заходите в каталог «Женские ремни», вы видите, что ремни подразделены на несколько крупных категорий. Это в первую очередь ремни для платья, ремни для шубы, ремни для джинсов и корсетные ремни. Это вот самые крупные категории. Есть еще несколько, к которым я чуть позднее вернусь, но начнем с этих, потому что они самые емкие и самые главные. Даже начал бы я в первую очередь с ремней для шубы. Объясню почему. Потому что ремни для шубы должны обладать свойствами, которые могут не присутствовать в других ремнях. То есть это должны быть мягкие ремни, должны быть легкие ремни. И должны быть ремни, которые не вытирают мех. Дальше уже идет разделение по моделям, по видам. На шубку можно одеть и классический ремень. Вот в принципе, вот самый-самый-самый... классический шубный ремень, гладкая натуральная кожа, подкладка сделана из гладкой натуральной кожи. Верх, я люблю очень неоднородную кожу, то есть вот здесь вот видите, она с эффектом состаренности, как будто бы такая поношенная, сжатая, это хорошая итальянская кожа. И вот эта вот сжатость, она дает игру, мех переливается, кожа переливается, они хорошо гармонируют друг с другом. Я не люблю ремни на шубах уже, чем 6 сантиметров. Вот этот ремень 6 сантиметров. Он смотрится хорошо, причем вне зависимости. Даже может быть это маленький полушубок, вы можете быть не очень высокого роста. Он все равно будет смотреться хорошо, потому что шуба дает дополнительный объем. Это верхняя одежда. И узкий ремешок на ней теряется. Просто теряется, потому что вы носите 42 размер, в шубе у вас получается как минимум 44 визуально. Должны сохраняться пропорции. Я люблю 6 сантиметров и выше ширину. Бывают исключения, когда шубка предполагает узкий ремень или ремень, шнурочек завязывающийся. Бывает такое тоже, я тоже делаю такие ремни, но это скорее исключение. Вот еще одна очень мною любимая модель шубного ремня, пожалуй, это фаворит. Самый-самый мой любимый ремень из классических. Он сделан из кожи морского угря. Видите, то есть он переливается на свету. Угорь — это рыба. Шкурки у него очень маленькие. И их сшивают между собой. Получается вот такая вот фактурная, очень красивая кожа, которая переливается на свету. По цвету попадает хорошо в мех, в игру меха. И очень смотрится красиво и гармонично. Плюс сама эта экзотическая кожа, она не выходит из моды никогда. То есть это из разряда дорогих, хороших, красивых, стильных и вечных видов кожи. Пряжечку я отделываю кожей питона. Маленький такой стильный элементик, дополняющий пряжку. Получаем вот такой вот красивый ремень на шубку. То же самое. Основное требование. Он легкий, мягкий, выкроен по дуге, чтобы он лежал, не топорщился. И гладкая подкладка. То есть здесь нечему терять мех. Не за что ему зацепиться. Тиснение, рогожка бежевый. Тоже хорошо в цветовую гамму попадает. Как видите, он очень большого размера. Что касается размера, я делаю любой размер. Абсолютно любой. Как правило, это не требует дополнительной оплаты, за исключением, если ремень изготавливается из дорогой кожи. Например, если из питона, то я вынужден просчитывать каждые дополнительные сантиметры, потому что кожа очень дорого стоит. Может быть, вариант классических шубных ремней, украшенный кружевом, например. Но не самый распространенный.
по стилю, если это больше даже подойдет к дубленке, например. Из этой же серии ремень, только в белом, в бело-бежевом исполнении очень хорошо смотрится, например, с рысью, с бежевой норкой хорошо смотрится. Ну, вообще, эта моделька делалась под рысь. Как я уже сказал, шубные ремни должны отвечать определенным требованиям. И хочу чуть-чуть подробнее развить эту тему. Мне кажется, даже на видео видно, насколько он мягкий, да? То есть он очень мягенький, но в то же время он очень-очень прочный. Я подбираю кожу таким образом, чтобы она была эластичной, чтобы она не трескалась на морозе ни в коем случае. То есть это вообще даже не обсуждается, но бывает и такое. Чтобы она была легкой, чтобы вы не чувствовали, что вас тянет к низу этот ремень. Он лег, застегнулся, его не видно, вы его не чувствуете. Он украшает вас и радует. Например, 99% шубных ремней изготовлены по технологии двухслойной кожи. Подкладка всегда из натуральной кожи, именно кожа, она должна быть гладкая, она должна скользить по меху. Верх, либо натуральная кожа, как в данном случае, да, вот натуральная кожа с дизайнерской прокраской, с выдавленными цветами. Очень хорошо, кстати, этот цвет сочетается с соболем, с мехом соболя. Может быть, замша. Опять-таки, тот же самый вариант. Изнанка – гладкая кожа, верх – натуральная замша. В данном случае замша украшена принтом. Получились такие вот вставочки, как будто бы из лаковой кожи. Дает эффект разнофактурности, переливается на солнце, на свету. В результате этого очень хорошо играет с мехом. Сочетается кожа угря, про которую я уже рассказывал, но это моя любимая, я очень ее люблю. Вот вы видите, да, то есть вот она, она очень хорошая, мягкая, прям, ну, хочется ее носить и не снимать, и в руках держать, извините, очень нравится. Тот же самый принцип, очень мягкая кожа с изнанки и сверху кожа угря. Они проклеиваются очень хорошо, очень плотно держатся одна с другой кожа. Хорошо склеена, но в любом случае по краю я даю строчку, чтобы они наверняка не могли разойтись, просто физически. Здесь получается по сути два ремня в одном. Мягкая изнаночка, кожаная гладкая, конечно, замша сверху, а посередине идет вставка из натуральной кожи. Ремень должен быть легкий. Легкость ремня достигается материалом, из которого он изготовлен. То есть, если взять кожу, из которой сделан мужской ремень, сделать его широким при толщине порядка 3,5 мм, но 3 даже, это будет грубая, тяжелая, никому не нужная вещь, которая будет мешать вам, будет портить мех и не будет хорошо смотреться. Поэтому кожа должна быть очень деликатная, нежная. Это второе. То есть ремень легкий, ремень мягкий, ремень гладкий с изнанки. И еще есть особенность, о которой я уже говорил, особенность шубных ремней. Они должны быть достаточно крупные, как сами полосы, так и пряжки. Что шуба, она дает, увеличивает пропорции, да, то есть она добавляет объем. Даже самая легкая шубка из стриженного меха, она все равно это верхняя одежда. И чтобы ремень на ней не потерялся, и чтобы смотрелся гармонично и пропорционально, он должен быть шире.
нежели тот же самый ремень на платье, например. Я очень люблю использовать крупные пряжки. Например, такую. Эта пряжка сделана из кожи. Это моя авторская модель. Придумал ее я от и до. Украшена она кружевом, бижутерией, стразами, натуральной кожей, лаковой кожей. Еще один вариант пряжки. Например, крупные пряжки. Пряжка цветок. Это пряжка, выполненная в форме розы, полностью сделанная из натуральной кожи. Тоже очень люблю ее, на самом деле. И очень красиво смотрится на мехе. Одна из самых моих любимых пряжек, которые вот очень сильно я люблю, это модель Гала. При всей своей лаконичности эта пряжка смотрится очень-очень стильно, очень роскошно. Ну, даже не роскошно, а очень благородно. Вот, благородно. Здесь натуральная кожа питончика. Здесь нет ничего лишнего. Полоса, никаких хвостов, никаких застежек дополнительных, никаких шлевок, ничего. Полоса, пряжка. В середине вставлена узенькая вставочка. Это как раз сделано для того, чтобы создавался эффект, что одет узкий ремень. То есть, если вы оденете на шубу вот совсем узенький ремень, он въестся в мех, мех его вот так вот обволокет, и там не будет ничего видно. В данном случае он будет как бы поверх второго широкого ремня. На самом деле, очень люблю эту модель. Та же, в принципе, самая Гала, только в исполнении 6 сантиметров. Та была 9 сантиметров, а это 6 сантиметров. Здесь полоса сделана из кожи угря. Пряжка из питончика. Видите, какая она аккуратненькая, маленькая. Практически беспроигрышный вариант. Вот этот вот практически беспроигрышный. Широкий, надо мерить. Надо смотреть, надо мерить, как смотрится. Нравитесь себе, не нравитесь, лишнее, не лишнее. Могут быть вопросы. В основном нравится, но все-таки могут быть. Вот это беспроигрышный вариант, 6 сантиметров с питоньей пряжечкой, великолепно. Еще один очень красивый ремень, который я люблю, шубный. Он декорирован вот таким вот разнофактурным кружевом. С люрексом, с расшитой стеклярусом, с элементами бархата, плюс к этому я еще пустил ручную перфорацию по краю, вот этот орнамент из дырочек, и ширина этого ремня около 9 сантиметров, 8-9 сантиметров. Это один из моих любимых вариантов ремней с кружевом для шубы.